Каспийской школе номер 12 прошел муниципальный этап юношеских кавказских игр, посвященный 79-летию победы в Великой Отечественной войне. Участниками выступили учащиеся образовательных учреждений 2006 года рождения и младше. Соревнования включают в себя национальные виды спорта, бег на короткие дистанции, на длинные, перенос тяжести, метание гири, прыжковое двоеборье и скачки на одной ноге. По итогам муниципального этапа лучшие будут принимать участие в 4-х республиканских юношеских кавказских играх, посвященных заслуженному тренеру РСФСР и России Магомеду Магомедову. Отметим, что в играх приняли участие около 150 школьников.